Привет, друзья, продолжаем играть. У нас GTA 5. Тревор нам пишет: привет, есть для тебя работа, но сначала лучше потренируйся в стрельбе. Советую сходить в тир. То же самое нам советовал в свое время Майкл. Походить в тир, потому что якобы мы хреново стреляем, но его понять тоже можно. Все, погнали. Музычку вырубаем. Так. Наши морские гонки доступны, кстати, да. Тоже такой момент. Морские гоночки у нас есть. Можно поехать покататься. Так, Лестер где-то на набережной, да, нас ждет. Погнали, посмотрим. Ну, ехать тут, в принципе, недалеко, на самом-то деле. Просто придется вот так вот исковыристо туда-сюда мотаться. Проедем. Между столбами просто, не знаю, просто ас среди колбас. Так. Интересно, что он нам хочет рассказать? Может, какой-то дельце подкинет? А, плюс Тревор вроде бы как сдружился более-менее с нами. Тоже радует. Без конфликтов как-то мы встретили. Я думал, честно говоря, что Тревор расист. Что будут проблемы на этой почве. Но, как видите, все нормально. Проблем с этим нету. И это хорошо. Может быть, он просто скрывает... Моя сумочка, помогите мне! Да пошла ты в жопу, ёпта. У меня уже так тут проблем выше крыши. Я ищу сумочки. Робин Гудом будем в другой раз, в другое время. И при других обстоятельствах. Как четко, я машинку не побил. Тогда я всегда так говорю, что я сделал что-то хорошо. Не побил машину, то обязательно. Обязательно что-то произойдет. Хорошая тачка, в принципе. А у Франклина она довольно управляемая. Так, нам надо развернуться. На пирс, да. Едем на пирс. Погодка хорошая. Такая как раз самая хорошая погодка для выполнения всевозможных заданий. Что сюда? Как Лестера вообще сюда занесло? А с его проблемами, со здоровьем? Нормально. Вот такая же, смотрите, машинка-близнец. Очень похоже. Так, братишка, ты где? Что-то я тебя не вижу. Я предлагаю тут остановиться, запаркуемся и пойдем поищем его. Найс. Смотрите, как тут красиво. Пальмы. Скоро утро. Скоро утречко. Где? А, вон он, да. Вон наш точка. Его пока не видно, но я, в принципе, знаю, куда идти. Бич-кафе. Кафе для сучек. Убийство отель. Задание наше. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at this shit as doing a good deed. Well, now you can. Because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence. Anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now,
consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm going to make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Так, бомба-липучка либо снайперская винтовка. У нас есть и... у нас есть снайперская винтовка, да. Такое дело есть. Доберитесь до отеля. Опять же, нам предлагают несколько вариантов решения этой проблемы. Окейшки. Пошли. Можно было бы, конечно, вернуться и взять нашу машину, но я думаю, что интереснее будет скоммуниздить чью-то чужую тачку. Раннее утро, люди... Смотрите, мы ходим по кустам, они двигаются. Это реально круто. Не ожидал увидеть такое, потому что обычно в играх это все спрайтовое, и ведет оно себя не очень естественно. То есть, привет, красавица. Бля, какого хера? Плохое начало дня. Чувак, мне улыбнулась удача, давай. Хорошие тачки утром как раз катаются, давай. Кузов, то ли Eclipse, то ли Celica, хер его знает. Тойотовский кузов, похоже, что. Похоже, Celica, да? Вроде бы так. Как-то так называл. Я точно кузов не помню, давно видел подобное. Но это прототип реальных автомобилей. То есть тут удивляться, в принципе, нечему. Так, едем. Да, интересная заданица. Но я так понимаю, это опять на бирже придется играть, раз он говорит там о инвестициях, о прочей хрени, там акции взлетят. Майклу он тоже предлагал подобную штуку, но я не углублялся в эти подробности. Я знаю, что можно тут так зарабатывать. Может быть, когда-нибудь с вами попробуем. Но сейчас меня интересует немножко другой вопрос. Что нам предстоит дальше делать? Так, отель уже, в принципе, виден. Уже в поле видимости, да, судя по радару. Надо просто повилять. Вот, парковка, смотрите, многоярусная. Паркинг такой. И мы едем, конечно же, на самый верх. Отлично, да, детка. Это интересно. Сейчас посмотрим, чем нас порадует. Оптика у нас есть. Меня это радует, что не пришлось тратить бабло. Так, вопрос в следующем. Судя по радару, где-то здесь, да? Нет? Да, точно. Я уже думал наверх ехать, но... Готово. Вид на отель. Ну, отсюда, в принципе, неплохо можно стрелять. Почему бы и нет? Ликвидируйте цель. А кто из них цель? Ты цель? Наверное, цель должна быть помечена красным, да? Если мы проиграем, ребят, то я хоть буду знать это. Так, охрана приехала. Замедлять время я не могу. До выхода цели 1 минута. Что я могу делать? Я могу за эту минуту, в принципе, побежать наверх, но я думаю, что мы это делать, наверное, не будем. А как насчет бомбы-липучки, ребят? А у меня нету бомбы-липучек. Можно было бы подбежать, заминировать машину охраны, и тогда бы тоже это дело прошли. Ну хорошо, ладно, это наш путь. Еще 40 секунд, давайте постоим так, это все дело посмотрим. Сильно не обессудьте, если первый раз проиграем. О, кто это такой у нас? Наша цель. Let's move it out, people. We need this area cleared. Освободите проезд, окейшки. Бля, тут не видно. Не очень хорошо видно. Так. 20 секунд. Хорошо. Если что, если мы проиграем, я тогда наверх сберусь, попробую. Там-то вид намного лучше. А я хочу понять, с какой стороны цель будет выходить, чтобы можно было вырубить. Где? А, пока. Вот отсюда где-то должен выйти. Блин, жалко, нельзя время замедлять. Это было бы... Блять! Убил? Ой,
во, у нас вынесли, блядь. Задание не выполнено. Да, Франклин погиб. Видите, нас убивают просто моментально. Ладно, сейчас вернемся еще раз. Так, ну что, ребятки, я поднялся повыше на ярус. Сейчас попробуем нашу цель. Поехали, все. Да, надо было того парнишу выстрелить. Поехали, 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 поехали. Все, перепалимся. Босс ранен. Да убит ваш босс, блядь. Какого черта? Все, едем. Мы как хитманы гребаные прошли это. Вот как надо было. Все. Никто не заподозрил, мы просто сыграли идеально. Выполнено. Чистейшее задание. Золото нам дали. Конечно, $9000, 6 минут потратили. Это интересно. Это очень даже интересно. Ну что, ребят, у нас еще несколько заданий за Франклина. Кстати, тут можно купить недвижимость. It's done. I know. Good work. All right. Well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Так, ну что, у нас недвижимость появилась. Этот объект стоит 150 штук. Вам? А, 150 миллионов долларов, твою мать. Я думал 150 тысяч. А, там висят флаги, это похоже на посольство, ребят. Я не думаю, что в этой игре можно... Ну, скорее всего, не посольство, наверное, это гольф-клуб, почему-то мне кажется. Просто висят флаги, что интернациональное, что такое, мне кажется, да? Скорее всего, действия игрока влияют на цену акций, да-да-да. Убил кого-то, что-то где-то купил, акции подросли, либо упали. Такого соляви, как говорится. А у нас есть новое задание от Лестера, и сейчас мы поедем еще посмотрим, что нам даст. Такие задания, в принципе, интересные, да, кажется? Что это еще раз? Давайте посмотрим. Беверли. Нахер нам Беверли. Угу. И Барри. Ладно. Еще одно убийство. Еще одно убийство. Ну что ж, поехали. Как говорится, в принципе, легкие деньги. Почему бы и не поработать? Так. Марафон Авеню. Да, городишко большой, в принципе, и карта тоже. Это интересно. Люди, которые купили дисковое издание, я сегодня видел в группе такой прикол, что там, если ультрафиолетом посветить на карту, которая шла вместе с диском, там можно найти пасхалочку от рокстаровцев. Поэтому посмотрите, я не буду говорить, что там, если у вас есть такая карта. И расскажите нам в комментах, что там интересного. Так, погнали. Где-то здесь перебывает Лестер. Каждый раз он меняет свои места, да, вот на заправке. Мойка машин. Я думал, заправка. Отлично. А, даже еще проще. Даже телефонный звоночек. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Убивать одних, чтобы убрать конкурентов. Чудесно, еб! Виспучий бодибилдер, атлетический пляж. Удали это сообщение. Не, братиш, я удалять ничего не буду. У меня есть оптика, у меня есть автоматы, пистолеты. Поехали, ребят. Это серьезная задача. По-моему, такая миссия подобная была со свидетелями в Vice City. Что-то у меня такое чувство. Я вроде бы давно когда-то играл, я что-то такое помню. В Vice City было похожее задание. Так, едем. Качок бодибилдер. Угу. Все цели должны быть уничтожены за отведенное время. Либо это на каждого по 8 минут, например, дают, либо на все 8 минут. Если на все, постараемся тогда без приключений это дело все пройти.
Тихо, аккуратненько. Качок, братишка, где он? Где этот ублюдок? Ага, даже так, вот он тут где-то. Ага, вот этот ублюдок, блядь, сейчас мы его ёбнем с дроби. Блядь. Готово, твою мать. Так, едем дальше. Как мы его эпично вырубим. Да, нам дают 8 минут на все про все. Поехали. Мне нравятся такие задания, они интересные, в принципе. Главное, что только не лжануться. Убейте присяжного. Ну, естественно, что мы, блядь, непростых людей-то убиваем. Нам выгодно их убить в данном случае. А Франклин, он такой, он берется за любую работу, где можно неплохо подзаработать. Тем более, это не какой-то посторонний человек дает, а голова наших операций Лестер. Он явно знает, что делать, и плохого не посоветует. Ну, естественно, он же делает, чтобы ему в первую очередь это все выгодно было. А нам перепадет какая-то копеечка. Так, едем, ребят. Едем активненько. Таямба. Машинка не самая быстрая, но я думаю, что норма. Доедем. Так, куда-то сюда надо, да, свернуть? На набережную, получается. Кто-то где-то отдыхает, либо бегает, как обычно. Присяжный. Либо живет вот в этих домах. На набережной. А тут начиналась наша игра. Первые тачки, которые мы украли для армянского нашего дилера, были как раз тут. Так, едем на пляж. Я так понял, да? О, интересно. Надо убить его на лодке, да? Сейчас, ребят, это будет крутая миссия. Круто сделаем. По красоте сейчас. У меня есть оптика. Без оптики мне пришлось бы туда плыть. Что там у тебя? Минетик делают, нет? О. Блять, хуй попадешь в него. О, слава богу. Фух. Точно, там для него Риана танцевала. Я думал, минетик делают. Уже обрадовался. В этой игре подобные сексуальные сценки. Это нормально, это в порядке вещей для Rockstar. Пошлые ублюдки. Убейте присяжного, едем дальше. Сколько их там? Это у нас качок был, теперь вот этот был. Еще двое вроде, да, осталось? Я, к сожалению, не запомнил, сколько там было, потому что был под впечатлением от того, что нам придется делать. Нету копов. Это радует, что нет копов. Так проще намного. Но вы знаете, вы, наверное, в фильмах видели, что обычно присяжного, вот последнего присяжного вполне себе могут охранять копы. Такое отрицать не стоит. Сейчас посмотрим. Тихо. Не паникуем, ребят, все нормально. Ой, я же испугался. Так, где-то здесь надо свернуть. А мы практически приехали. Где-то тут живет наша новая цель. Сообщение потом надо будет удалить, потому что Лестер такой параноик. Он, это по нему видно, что он всего боится. Подстраховать себя всегда нужно. Так, что, куда? А где цель-то наша? Наверху? Ой. Прошу прощения, друзья. Внизу или наверху? Я чуть не понял. Где там наша цель? Я понял, что времени-то у нас мало. Я понял этот момент. Хорошо, давай тогда на... Может, в здание зайти? Тут ты не запрыгнешь. Бля, а кто? Я не вижу там, ребят. Кто там надо? Может, надо было как-то по-умному это дело посмотреть. Тут мы не поднимемся. Да, нам показано, что где-то наверху. Давай, быстрее. Может, там какой-то мойщик окон там или хрен его знает кто. Точно, ребят, я угадал, блядь, это, наверное, мойщик окон. 3 минуты, подожди. Делаем все по-быренькому. Лестер,
Отлично. Так, последний. Едем. Копов пока нету. Погнали, блядь, 3 минуты. Надеюсь, успеем. Тут можно проехать? Бля, не говори, что... 3 минуты. Не люблю миссии на время, никогда не любил. Но в этом определенно есть своя доля азарта. Доля такая адреналина, это круто. Сейчас доедем. Думаю, что доедем. Так, где-то живет, походу, в каком-то элитном районе, потому что мы едем за город. В область, где живет Ольга, где живет наш один главный герой Майкл. Так, 2 минутки. Едем. Я думаю, что штук 15-20, наверное, дадут, потому что за прошлую простую задачку дали 9. Тут, ну, 20 штук, наверное, перепадет, я думаю. Много жертв. Задание такое. Это последнее. По идее, 4 вроде бы человека было. Это последний. Кстати, когда замедляем время, время наше не замедляется именно по заданию, которое. Это вот интересно. Бля, куда нам ехать-то надо? Мы за город уезжаем. Что самое интересное. Давай попробуем. Очень красиво тут это все сделано, много травы. А, это, по-моему, отличительная особенность от PlayStation 3 версии. Тут на ящике травка более реалистична, ее больше. Это, кстати, было всегда. Практически во всех играх травы, зелени и прочие вот таких вот мелочей всегда больше было. Ой, блядь, что там такое? Только. А, наша цель едет, понял, на мотоцикле, понятно. Вон он. Или это велосипед, или мотоцикл. Что это такое? Тихо. Стоять, ублюдок! Все, готово. Все, Лестер, мы все сделали. Как ты просил. Я буду на связи, окейшки. Вот такое вот задание, ребят, мы это сделали. А, нас золото, нас 7000 всего, а что так мало-то? Я думал, больше дадут. Ладно, я думал, штук 20 будет. Ну, в принципе, это нормально. Хотя задание посложнее, как мне кажется. Что у нас еще есть? Можно ехать сюда, но знаете, что мы сделаем? Мы сделаем проще. Я сейчас возьму телефончик. И вызову такси. Давай. О, тихо, стоять. Как удачно, слушайте, он прям знал. Он просто знал. Поехали. Погнали. Я пропускаю это, я не хочу тратить время, вот это кататься. Как-нибудь уже, ребятки, в следующий раз покатаемся. Сейчас целенаправленно попробуем за серию успеть еще что-то выполнить, чтобы более-менее разнообразить. То есть раньше я делал серии, например, одно задание, одна серия, сейчас 2-3. В зависимости... от того, где оно находится и как что тут делать. Тихо, какого хуя? Ты чё, блядь, насосала на права и сбиваешь меня, стерва, ёпт. Падай, сука. Так, ладно. Где-то тут банч, наверное, да, надо зайти? Это не тот, кто дурь нам продавал случайно? Чё похож? I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? У нас был агитатор Майкл, теперь у нас агитатор Франклин. For sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know, get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Так, ну вы помните, да, как была ситуация с инопланетянами и Майклом? Сейчас будет срыв башки только с нашим чернокожим другом. Полный улет. Суховато, да?
у нигеров это в крови, курить травку. У них просто иммунитет к этой дряни. Просто доставь товар. Окейшки. Crazy motherfucker. Сейчас достанем тебе товар, не ссы в компот. Или нет? Сан-Андреас нуждается в тебе. Окей. Я думаю, пока мы забежим, наверное, в магазинчик, переоденемся. What's up, motherfucker? Иди на, епт. Так, ну что, ребят, время, как говорится, прихорашиваться. Что у нас есть, какие-нибудь очки моднявые? Посмотрим. Ух ты ж, мать твою. Что-то в этом определенно есть. Так, ладно, давайте пока без очков, я посмотрю, что тут еще есть. Что это, футболки? Топы. Оторвитесь от копов, какого чу? Это слишком по-гейски, по-моему, нет? Ладно, давайте оденем по приколу чисто. Шлепки. А, блин, приходите без полиции. Какого черта? Ладно. Ох, нихера. Вот там жесткая фиговина происходит. Ну, оторваться от двух звезд это просто, в принципе. Потому что я знаю, что мы это сможем. В этом сложности никакой нету. Так. Сейчас уйдем от них. Так, сюда. Если город хорошо знать, то в принципе все довольно просто. Видите, я сразу знаю, куда мне надо ехать, чтобы от них уйти. Все. Блин, ну как можно такой цвет купить? Хотя, вы знаете, она его обтягивает, в принципе, выглядит довольно прикольно. И вероятность где-то 80%, что нас не спалят вообще сейчас. Мозгов у наших любителей пончиков, к сожалению, не так много, поэтому, скорее всего, мы с вами сейчас все грамотно реализуем. А может и нет. Смотрим. Что у нас там по радио? Давайте какую-нибудь классную. West Coast Classics. Блин, неужели спалили? Спалили, бог ты мой, вы представляете, это, я не знаю, как это работает, но по идее. А вот он тоже хорошее место, кстати. Мы заехали просто идеально. Как они умудрились нас спалить, я не знаю. Ладно, давайте еще попробуем повилять от них. Это довольно весело. И, ну тут тоже нас не могут не спалить, в принципе, вот такой райончик, мы так ушли грамотно. Давайте еще раз. Бля. Можно даже на парковке стать. Могут не заметить. Я не знаю, от чего зависит. Может, как-то рандомно работает этот эффект. Вот тут. Может быть, здесь не спали? Ой, 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 я провалился. Это же, блядь. Ладно. Нига. Hey, what's up, nigga? Чуваки, все нормально. Ищут нас, ищут, видите, пытаются. Мы, в принципе, ничего плохого не сделали. Ну, курнули мы травки немножко на улице. Ну и хуй с ним, как говорится, да? Все нормально. Все. Новый контакт Барри у нас появился. Теперь мы знаем, как его зовут. Его зовут Барри. Но это было еще и раньше, ясно, в принципе. Поехали. Все, ребят. Это мы сделали. Я думаю, тут мы закончим, наверное, и продолжим уже в следующей серии. С вами был Брейн. Мы проходим GTA 5. Всего хорошего. Пока-пока.